Всех приветствую. Сегодня у нас снова Кёнигштайн, частично откопанный. И похоже, что он был тоже засыпанный. Вот здесь явно просматривается такое впечатление, что вроде немножко его как бы подоткопали. Я буду в своем репертуаре показывать, немного буду где-то комментировать и где-то обставлять музыку. Здесь я вот, честно говоря, и не вижу, что мне комментировать. Просто посмотрите сами. В следующих сериях я продолжу территорию показывать. Еще есть интересные здания, которые тоже вызывают вопросы. Потом прекрасно понимаю, вот это все, что закрытое, как раз для меня, например, самое интересное. Я думаю, там бы недельку провести и по всем этим помещениям походить, посмотреть. Прекрасно понимаю, что на сегодняшний день Кёнигштайн доход приносит прилично, и думаю, им смысла даже нету что-то еще показывать, открывать. А потом и представьте, если там еще не переделали, и что-то начнет вызывать какие-то вопросы. Поэтому лучше это оставить закрытым. Ну, по крайней мере, это всего лишь мое мнение. Там слева вы видели открытую дверь. Я где-то этот материал не могу найти, но обязательно поищу и, надеюсь, найду. И, может быть, в следующем как раз ролике вставлю этот материал. Но здесь вы видите, все уходит вниз довольно глубоко. И, к сожалению, как я и говорил, все закрытое. Самое интересное, как всегда, закрыто. Ну и вот интересный подвальчик, не находите, все там аккуратненько выложено. Какие-то арочки, ну практически ничего не видно, к сожалению. Вот туда бы тоже интересно попасть, там посмотреть все внимательно. Но опять, как всегда, увы. Вроде такое здание непримечательное, я даже не ожидал, что там увижу какой-то подвал. Но увидел. И теперь мы идем к винному погребу, к очень интересному. Ну, по крайней мере, такая информация, что это винный погреб, что я с большим трудом верю. Не очень-то как-то это убедительно.
Во-первых, посмотрите, какая глубина, во-вторых, тут ширина, и вроде такое впечатление, что вот эта стенка, куда я зашел, эти ворота гораздо были шире. Потому что здесь, ну, такое впечатление, то ли заезжали на чем-то, то ли что-то огромное могли закатывать. И вот так ступенчато все идет. Довольно очень прикольно. Но дальше будет еще интересней. Тут в окне мы видим бутылки, выложенные аккуратненько сверху. Вот я, к сожалению, туда не попал, либо прошел где-то, либо не нашел входа, либо просто туда нету входа, закрытый где-то. А поэтому, ну, съемочки такой не будет, к сожалению. Но зато дальше мы видим арочку интересную, да? Представляете, вот этот известняк, о, известняк, опять у меня известняк, песчаник, да? И у кого какие знания были в то время, чтобы рассчитать вот это вот давление, сколько камней сверху, какая масса и сколько он выдержит в состоянии. По бокам мы увидим уже новодел, явно укрепляли когда-то, наверное, или боялись, что обвалится, или либо трещины пошли, ну, может, во время Великой Отечественной бомбанули какие-то трещины, не могу сказать точно, но видно явно вот эти прямоугольные колонны справа и слева. Это уже новодел, а изначально была вот эта средняя одна колонна, и представляете, какая тут масса камней. То есть вот это вот, на такие знания должны были быть, то есть сколько он выдержит. Я даже не представляю, сколько там тонн сверху, но думаю, очень много. Ну, тут вы видели, это помещение просто напичкано такими круглыми отверстиями идеальной формы. Они повсюду, их очень много. Для чего они, конечно, остается только гадать. По крайней мере, у меня нету идеи такой. И вы видите, там еще небольшая дверца маленькая, тоже вход туда. Люди также очень интересуются, и каждому хочется туда зайти. Ну, видите, там замок висит. Всем интересно туда посмотреть, попасть, но... К сожалению, увы. Thank you.
Вы представляете себе эту ситуацию? Сначала вот это вырубить все в скале, а потом туда вот так аккуратненько вложить камень. Причем камень явно резанный, я там где-то буду еще показывать специально фонариком, что видно, что камень действительно ровный. И также буду вот эти даже квадратные колонны, которые уже наводил для опоры, для усиления их сделали. Тоже видно, что новодельные. Для чего изначально могли вот так заморочиться, вот так вот выдалбливать скале, выкладывать, такие расчеты производить? Ну, для винного погреба это для меня, по крайней мере, как бы смешно. Надеюсь, у кого-то из вас есть какие-то версии. Вы посмотрите, какой туннель здесь прорублен, и сверху какая арка, какая кладка. И там еще очень много этажей, это все каменное, вес какой. Ну, у меня, честно говоря, я думаю, тут инженерам сегодняшним просто, ну, реально надо попотеть, чтобы такое воссоздать. Thank you.
тут мне сказали выключить камеры, тыкнули пальцем в знак, что съемка запрещена. Я выключил камеру и туда не пошел. И, к сожалению, из-за нее я забыл спуститься туда, где, может быть, вы видели, слева была винтовая лестница, и там еще внимательно походить. И, в общем-то, опять вижу, что где я хотел снять, но все-таки пропустил. А здесь мы видим опять окна, которые идут под землю, довольно низко, и вроде как бы не должно быть их там. Но, тем не менее, они там есть. Thank you.